Ребята, всем привет! Приехал на объект. Сейчас буду вручать огромную информацию, которую приобрел себе Володя. Вот, ну и посмотрим на его реакцию. Он сейчас там на крыше, он не знает, что... Ну, как бы знает, что я их должен привезти, а то, что я буду все это снимать на камеру, не знает. Поэтому посмотрим реакцию. И в конце выпуска еще будет этот небольшой анонс. Вот, так что досмотрите до конца. Все. Поехали. Все. Одним кадром будем снимать, наверное. А может потом смонтирую что-нибудь. Вот он! Ждет, ждет свой пакетик. Надо это на камеру снять. Наверное, закрыто. Не. Так. Идем, идем. Идем. Конечно, сейчас заспойлерю. Спойлерю, или как правильно. Готовность крыши немножко. Ну и ладно. Ага. Красота. Здорово. Вот оно. Здорово. Здорово. Открывай. Ну что-то всяких книжек хитро. Ну, что там, не одна даже. Я сам не знаю. Это тайна. Опа. Это хитрая какая-то книга с узлами, шаблонами. Ничего себе. Опа! На память. Володя Шестер. Приятно. Приятно. Тут наклеечка, визиточка. Ну это крутяк, конечно. Новый инструмент. Новый инструмент. Новый, новый. Ну это супер, конечно. Да. Это тема. Какая? Где? Ага. И тут. Да где же собачка? На память, с надеждой, что будет совсем немного скрытых вопросов. Приятно, приятно. Книжечка у нас, визиточка. Приятно. Это хорошая покупка, подарки. Круто, конечно. Это очень круто. Это крутяк. Спасибо Володе большое за такие книги. Спасибо. Друзья, что хочу сказать в этом анонсе. То есть вы просили в комментариях меня рассказать о литературе, которая есть по технике двойного пальца. Ну или вообще по металлическим крышам. Вот. Сейчас вы увидели, как Володя получил такой инструмент, а это именно, скажем так, инструмент, вот, по видам узлов и конструкций с металлическими кровлями, скажем так. Но одно дело вам их просто показать, что это за книги. А другое дело рассказать их историю. То есть у этих книг есть своя история. Вот. И я бы хотел, конечно, о них рассказать. Вот. Поэтому вчера, когда я встречался с Владимиром Шестером, который, скажем так, имеет непосредственное
скажем так, делал, да, или как сказать, к появлению этих книг. Вот мы поговорили с ним, я говорю ему, что хорошо бы было бы, чтобы ты рассказал историю этих книг, как они там переводились, вот, как создавались, вот. Потому что реально эти книги, я скажу чисто свое мнение, это книги такой кладезь информации, которую я всегда рекомендую архитекторам, проектировщикам, ну и, соответственно, кровельщикам. Вот. Единственный момент, что они есть на венгерском языке и на русском языке. Вот. Ну, сейчас, когда почти в каждом смартфоне есть приложение переводчика, я думаю, даже на английском, немецком, на любых языках можно через приложение сфотографировать или так просто снимать, и перевод сразу будет. Вот поэтому сейчас 21 век — это не проблема. Вот. Поэтому мы договорились с Владимиром, что вы зададите вопросы, на которые он ответит. Вот, потому что он сказал, так будет проще. Вопрос, ответ. Вот. И когда наберется, ну, допустим, хотя бы там 10-15 вопросов ваших, там еще и мои будут вопросы, вот, мы снимем для вас отдельный ролик, где подробно расскажем про вот эти книги, вот этот инструмент, вот, вот эту литературу. Вот. Почему это так вот важно? Потому что одно дело, я еще раз говорю, что вам просто пролистать информацию в них, а другое дело еще о них рассказать. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы это было подробно. Вот. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, задавайте вопросы этому человеку, человек, который имеет колоссальную базу знаний по двойному стоячему фальцу, да и в общем по крышам. Поэтому пишите комментарии, и мы их зададим. Вот. Скажу еще, что этот человек, Владимир, он в свое время, когда я учился в фальцевой кровле, он всегда конструктивно критиковал меня. То есть и советовал: Саша, вот здесь вот так вот, здесь вот, вот так вот делай. Вот. То есть то, что сейчас я умею, и то, что мы сейчас делаем, он часть информации, которую я знаю, я получил благодаря ему. Какая-то часть вот этого вот Цезариуса, да, или фальцмастер, даже могу сказать, создавал он. В том смысле, что без тех знаний, которые он давал в свое время на киянке или когда я позвоню, вот, я не могу сказать, было бы сейчас такое качество крови или не было бы. Короче, много говорю. Вот. Давайте, ребята, пишите комментарии. Вот, и мы сделаем ролик такой на полчаса хотя бы, вот, где будет ответ на ваши вопросы, в том числе и мои. Вот, и будет рассказана вся суть этих книг. Вот. Так что не прощаемся. И всем пока. До встречи.